Я могу сказать одно, что если бы он выдвинулся в президенты, я бы за него не голосовал. Это вполне определенно. Несмотря на то, что он у меня вызывает симпатию, это нормальный человек, я с ним был знаком, я знаком с ним давно, еще в 2007 году мы встречались с ним. Он, по-моему, для президента не потянет. И сам по себе, так сказать, он выдвинул это свое как бы предложение уже тогда, когда против него было возбуждено дело, с тем, чтобы как-то произвести впечатление. Дополнительный для политика это шаг вполне резонный. Но он как бы в смысле буквальном и не мог сработать. И есть люди, которые имеют поддержку определенных политических кругов, они бы с большей уверенностью могли бы выдвигать свои кандидатуры. Но пока до этого дела не дошло, и, в общем, у нас есть законно избранный президент, просто так поднимать разговор, ну, давайте поговорим.